Hey guys, my name's Seb and I'm the Associate Development Test Lead on Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Now on behalf of the whole development team, we want to wish you a warm welcome to this closed beta. Today, we are extremely excited to share with you the game that we've been working on for more than 4 years now. Ghost Recon Wildlands is the very first military shooter set in a massive, dangerous, and responsive open world that you can play entirely in 4 players co-op or in solo. During this closed beta, you'll be able to discover the very first hours of Ghost Recon Wildlands in the province of Itaqua, one of the 21 regions of our massive open world. At the same time, we are launching the Ghost Recon Network, the ultimate platform for all Ghost Recon players. Log in now to create your task force, compare your stats, or plan your upcoming game sessions. Please do not hesitate to join the community and share your best moments by using the following hashtag. A new version of the fan kit is also available if you want to decorate your channel with the GRW colors. For more information, join the dedicated closed beta portal and invite your friends. Thanks again for your great support, Ghosts. We couldn't do it without you guys. We'll see you in the field soon. На прошлой неделе у посольства США в Ла-Пасе сработало взрывное устройство. 2 морпехов ранены, также пострадал прохожий. Спустя 2 дня источник ЦРУ в Центральной Боливии прислал нам эти фотографии. Наши аналитики опознали человека на фото. Это агент Рикардо Рики Сандоваль. Мой друг. Сандоваль 6 лет занимался местными производителями кокаина. Мы считаем, что Сандоваль был целью этого взрыва. Что не смогла сделать бомба у посольства, они довершили лично и с пристрастием. Сандоваля схватили, пытали и убили. Затем тело выбросили. Нам нужно его забрать. Наша цель — группа, ответственная за взрыв у посольства и смерть спецагента Сандоваля. Это наркосиндикат, который называется картель Санта-Бланка. Вчера это были наркоторговцы. Сегодня они наркотеррористы. Правительство противостояло мексиканскому картелю. Сформировали единство, боливийский отряд спецназа. Но все пошло не так. Затем были 1000 убитых. Политики, военные, журналисты оказались под угрозой. Боливийское правительство вырыло себе могилу. Новому президенту пришлось заключить сделку с Санта-Бланкой. Вы перестаете убивать наших, а мы не вмешиваемся. Санта-Бланка превратила Боливию в центр южноамериканской наркоторговли. С помощью друзей в Мексике они проложили канал США и Канада. Санта-Бланку надо уничтожать по частям. Это единственный способ. Операция за операцией, пока не доберетесь до главаря. Производство, контрабанда, безопасность и влияние. На вершине босс-босс. Это самая большая шишка. Мечтать.
убитого агента. Знала? Он был мой друг. Сожалею о твоей утрате. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Небось, бывала здесь? Да, я прожила тут 5 лет в качестве сотрудника международной помощи. Жизнь нелегкая, но как прикрытие идеально. Вертолет прилагается. Как въезд в страну? Из Манауса бизнес-классом. Можно приступать к работе, так? Автостопом из Баранкова, Перу. А ты как? В автобусе от Джужуи в Аргентине до Виллисона у меня была бутылка в руках. А от пинчуги в пути все держатся подальше. Вот почему ты воняешь как жопа. Я про вас слышала, ребята. Я начинала службу в Москве, когда провалился путч. Говорили вы к этому причастны? Это был кто-то другой. Мы там не бывали. Не часто встретишь живую легенду. Расскажи это моему сыну. Может, начнет слушаться и мусор выносить? Трудно быть тем, кого официально не существует. А ты как думаешь, Карен Боуман? Из гуманитарной миссии. Ты наверняка знаешь, что обезбашенные люди могут сделать с другими, когда уверены в безнаказанности. Ну вот что я скажу. Неважно, насколько бесчувственности в тебе прибавилось, но мечтать тебя поразит. Его религиозность сродни наваждению. Он дал обеты бедности и целомудрия. Если он занимается этим не ради денег или девочек, то ради власти. В опергруппу входят сотрудники ЦРУ и других ведомств. Я командую операцией. Официальное название – цареубийца. В докладе говорится о местных боевых отрядах. Это группа повстанцев. Они оказывают сопротивление как Единству, так и Санта-Бланке. С их лидером мы встречаемся после высадки. Боливийцы нас ненавидят, но будем надеяться, что враг моего врага окажется другом. Только не поворачивайтесь к нему спиной. Есть обещанная помощь. На это Сандоваль рассчитывал. Погиб всего один янки, а нам прислали горстку солдат. От пуль Санта-Бланки погибли сотни боливийцев. И откуда мне взять сотни других? Никаких американцев здесь нет, забыли? Эти солдаты — наша лучшая группа в области тайных спецопераций. С ними сотни бойцов вам не нужны. Вам знакомо слово «гордыня» сеньора Боума? Знакомьтесь, Пак Катари, командир группы сопротивления «Катарис-26». Мы будем вместе разрушать организацию Санта-Бланки. Они уже 6 лет воюют с Санта-Бланкой и продажными чиновниками. Скоординируем задачу. Для этого нет времени. Мы установили, где находится Амару. Амару? Нашли его? Амару — один из основателей Катарис-26. Даже более того. Наша группа основана на его идеях. Без его учения об аграрном пролетариате не было бы организованного сопротивления Санта-Бланки и коррупции в правительстве. Амару нужно спасти. Поможете моим людям, и тогда завоюете мое доверие. Где он? Точно неизвестно. Мы знаем, что он в этой провинции, и есть человек в Санта-Бланке, который в курсе, где именно. Я свяжусь с центром. Может, они подбросят нам информацию? Начинайте поиски этого лейтенанта и сообщайте мне обо всем через спутник. Удачи. Спасти Амару для нас очень важно, янки. Постарайтесь не убить этого парня из Санта-Бланки, прежде чем сможете его допросить.
Пора отрабатывать зарплату. Давайте посерьезней. Мне не по душе работать с этим паком Катари и повстанцами. Их идеология всегда приводит к горам трупов. А у тебя... Какие предчувствия на мат? По большому счету, мы несем возмездие. Нужно сосредоточиться и сделать все быстро, чтобы не оказаться между местными политиками и автоматами картеля. Первая задача — выследить смотрящего, чтобы найти Амару. А то. Операции картель запугивает местных. Если так они пытаются нас остановить, это ужасная ошибка. Santa Blanca. Напугать объект. Прикрутите глушители.
Вижу цель. Вперед. Они идут. Что будем делать, босс? Дрон в полете. Наблюдаю небольшую группу целей. Появился один с пистолетами и пулеметами. Заметил еще одну цель. Хью, боец картеля. Вон там, рядом со сторожевой вышкой. Вижу небольшую группу целей. Йоу, здесь лейтенант картеля. Спокойно, идем. Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет.
Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Есть один. Цель уничтожена. Сука, укрытие. Наблюдая небольшую группу целей. Вижу одного нокодилера. Скажи, куда смотреть? По вертолету. Дрон в воздухе. Вижу небольшую группу целей. Ю, боец картеля. Перед сараем. Наблюдая небольшую группу целей.
подходим к ферме Атойо. ¡Esto es gato! ¡Espabilen, raza! ¡Aquí hay alguien! Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. ¡Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias! ¡Alguien ayúdenme a salir de aquí! ¡Осколочные! Начинается, нас заметили. Отлично, зачищаем и уходим. Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Пожалуйста. Да, да, да. Это я передал убийцам партию Суперкубки. Всю одну маленькую партию. Ясно, я полечу. Вашим друзьям. Так, Пак Катари заключил сделку с проклятыми Янки. Молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор.
Стоп, тут оружейный ящик. Ты ранен? Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Меня тошнило от разговоров о любви, которые вели эти дьяволы. Но вот методы допроса у них. Это были методы. Юрий и Полито? Да, Юрий и Полито. Эти ублюдки пытали Сандоваля, когда мечтатель его допрашивал. Я хочу найти их. Когда освободили Амару, видели только простых бандитов. Но я не видел Юрия и Полито вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Надо узнать больше. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Поройтесь в компьютерах, опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Будем искать везде. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито. Это сводка по Юрии Полито. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боумена в их иерархии. В ту ночь, когда погиб агент Рики Сандоваль, в комнате было 4 человека. Мечтатель, глава картеля Санта-Бланка, Рики и еще 2, Юрий и Полито. Юрий и Полито встретились в больнице, в Чьяпасе. Полито был в интернатуре, а Юрий была медсестрой. Любовь с первого взгляда. Они больше не разлучались. Идеальная любовь. Однажды скорая привезла раненого бандита по кличке Чума. Он был на волосок от смерти, но Юрий и Полито спасли его. Чума осыпал их подарками, присылал приглашения на эксклюзивные вечеринки, подарил машину. А вскоре взял их на работу в картель Санта-Бланка в качестве медперсонала. Но не это было их основным занятием. Юрий и Полито хорошо знают тело человека. Они знают, сколько боли может выдержать человек. Знают, как поддерживать человека в сознании, чтобы он чувствовал боль. А главное, они знают, как причинить боль. Этим они и занимаются в Итакуа. Когда кто-то молчит на допросах Санта-Бланки, Юрий и Полито развязывают ему язык. Ломают людей. Итак, в ночь смерти Рики Сандоваля в той комнате было 4. Мечтатель, Рики, Юрий и Полито. Рики не давали умереть, пока мечтатель пытал его. В течение 47 часов подряд. Они сломали Сандоваля. Потом мечтатель убил его. Намат на линии Пакатари. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Холо, компадре. У меня проблема в Итакуа. А Боумен говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия и Полито подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катари, просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос.
Движение Катари на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять, сможем рассчитывать на его поддержку в будущем. Я за рулем. Большую группу целей. Запускаю дрона. Наблюдаю небольшую группу целей. Еще одна цель. Прямо в цель. Вижу вторую цель. Боец картеля. Вон там, у вертолета. Здесь один боевик. Цель ликвидирована. Вижу небольшую группу целей. Наблюдаю небольшую группу целей. Thank you.
Да укройся же ты! Враг убит. Дерьмо. Он убит. Враг убит. Ayúdenos. Gracias, camarada. Gracias, amigo. ¿Qué chingamos de espera? A partir de la madre con todo. Se acabó la dieta de mi rifa. Esto es justito lo que me duele. Comidita para las armas. Здесь упомянут капитан Единства. Чисто. Ребята, как вы? Пленников для допроса. Он должен знать, где наши голубки. Но сейчас он на артбазе Единства. У попугая для вас сюрприз. С превеликим удовольствием я представляю нашего героя в шляпе, нашего святого соцсетей, моего дорогого Чуму. Эй, попугай, muchas gracias. Я правда рад прийти, братишка. Слушай, народ все еще обсуждает твое последнее видео. Да-да. Вдохновенная работа. Подвесить чувака вверх ногами, а потом резать. Как такое можно выдумать? Круто, брат. Рад, что заметили. По правде, попугай, я много читаю. Жорж Батай, французский интеллектуал, много писал о методах, выделяя там эротическую составляющую. И таким образом я пытаюсь подчеркнуть эту составляющую для зрителей. Проще говоря, ты фонарь маньяк. Истинно так, бро. Я за штурвал.
Спасибо. Отлично. Зачищаем и уходим. Ребята, как вы? Телекоммуникационная станция картеля. Ломаем дверь и выводим из строя терминал управления. Смотреть в оба. На трассе машины единства. Обычный патруль плюс передвижная радиостанция. Это Номад. Конвой захвачен. Грация, амиго. Моим людям пригодятся эти припасы. Мои люди ищут Юрия и Полита, но ты пока можешь сделать еще кое-что. Я подготовил обращение к народу Боливии. Это призыв к оружию. Передача пойдет из Итакуа. Санта-Бланка тут же отправит бойцов, чтобы прервать передачу. В этом все дело. Мне нужны надежные люди, чтобы охранять радиоантенну, пока идет передача. Ладно, Катари, сделаем. Thank you.
Тут боец картеля. У развалин. Здесь один боевик. У развалин. Йоу, два бойца картеля. У развалин. A esta gente no le importa nada ya. В зоне гражданские. Целься внимательно. Боевика. Где-то рядом с грузовиком. Вижу небольшую группу целей. Вертушка снабженцев. Давай угоним и передадим повстанцам. Им она пригодится.
Ему крышка. Думаю, тебя видели. Осторожнее. Есть координаты передатчика повстанцев. Надо помочь им включить его. Только шевельнись, и ты покойник, понятно? Я полечу. Награда Санта-Бланки. Остались бандиты без медалей. Это что, награда? Больше похоже на игрушку из коробки сухих завтраков. Движение Катари на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять, сможем рассчитывать на его поддержку в будущем.
полете. Buen día. Окапывайтесь. Когда передача пойдет в эфир, картель нанесет удар. По какому праву эти гнусные твари из Санта-Бланки вторглись в нашу страну со своими деньгами и оружием? По какому... Вместе против тирании картеля. Пусть ни один из нас не пострадает безнаказанно. Мы способны остановить этих чудовищ. Нас больше. Наша вера глубже, а разум сильнее. Пришло время восстать и нанести удар по угнетателям. Общими усилиями мы изгоним ложь. Этот готов. Вижу еще одну цель. Берегись, сейчас взорвется. Боливийцы. Мы в порядке, все целы? У меня есть к вам ряд важных вопросов. Сколько еще нашим детям не спать по ночам, прислушиваясь к звукам стрельбы? Мы плохо охраняем передатчик. Сколько еще и нам бодрствовать, ожидая, не влетит ли шальная пуля в наш дом и не убьет ли кого-то из родных? Если мы не вернем себе родину, эти пули найдут-то и нас, так или иначе. Не лучше ли умереть, сражаясь, если уж суждено умереть? По какому праву эти гнусные твари из Санта-Бланки вторглись в нашу страну со своими деньгами и оружием? По какому праву превращают ее в машину по производству наркотиков? Они завладели нашим... Трансляция закончена. Это поднимет боевой дух. Отлично, компадрес. Мое выступление услышала вся Боливия. Народ скоро поднимется и поддержит нас. Вива ла революцион! Были рады помочь. Ну так что вам известно о Юрии Ипполито? Пока ничего, амиго. Эти двое умеют заметать следы. Но мои люди ими занимаются. Скоро мы что-нибудь узнаем. А пока что мои братья-революционеры в Итакуа готовы помочь вам. Только позовите, и они придут. Буду иметь в виду. Компадре. Есть человек, который знает, где Юрий Ипполито. Я слушаю. Одному из моих людей удалось бежать в деревню под названием Культа. Местные жители не выдали его картелю, а спрятали. Черт побери, вот это храбрость. В ответ Санта-Бланка сожгла дома и казнила всех местных.
Мой человек еще жив. Возможно, они собираются убить его более мучительным способом. Ясно. Отправляемся в Культу. У пленного повстанца, которого держат в деревне Культа, может быть ценная инфа по Юре и Полито. Вытащите его оттуда и допросите. Я сяду за руль. Доставили предприимчиво.
вижу небольшую группу целей. Похоже, культы до сих пор тлеют. Поищите повстанцев, которые здесь попались. Запускаю дрона. Наблюдаю небольшую группу целей. Здесь цель номер 5. Вижу небольшую группу целей. Цель уничтожена. Черт побери. Цель убита.
Цель убита. Цель уничтожена. Большую группу целей. В бога душу мать. Этот готов. Этот готов. Порядок. Эй, эй, Абралапуэрто, Кумпа, открой дверь. Как ты, Эрмана? Чего вам от меня надо? Юрий и Полита, ублюдки, что тебя пытали. Мы заставим их заплатить за все. Расскажи, где они? Поездка была недолгой. Я это помню. И было тихо. Где-то в деревне. Там чем-то воняло, типа старыми шкурами. Это все, что я знаю. Простите. Хорошо. Теперь мы знаем, они близко. Грасиас. Наша цель в машине. Вижу небольшую группу целей. Кумба, Кумба! Давай из машины, живо! Не усложняй ситуацию. Я за рулем. Кумба!
Лейтенант убегает. Дрон в полете. Есть еще одна цель. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Мы запросили у повстанцев отвлекающий огонь. Я знаю, Мибо. Есть огонь. Осколочная! Получай! Его больше нет. Прячься, тупица! Этот готов. Мы в порядке. Все целы? Мы нашли гараж, где стоит спортивный автомобиль Полита. Захватим его, получим его GPS. Может, он расскажет. Их лейтенант убегает с подружкой. Похоже, эти убийцы хотят, чтобы им врезали. Мы засекли машину Полита. Угоните ее. Нашим технарям пригодятся данные с ее навигатора. Враг уничтожен. Сука, мать твою! Порядок. Известно, население там сильно пострадало от лесных пожаров. А затем им пришлось страдать от безразличия со стороны правительства. Никто, кроме Санта-Бланки, не пришел на помощь. Но почему мы были хозяйки? Неужели помощь нуждающимся поможет упрочить прибыли компании? Ибо рек он. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали вы. Как проводник воли, Санта-Планка Ветра, мы можем сотворить такой мир, в котором все мы хотели бы жить праведными трудами. Наблюдая небольшую группу целей. И Санта-Планка трудится на благо. Я за штурвал.
гараж. Подай сигнал, если увидишь машину Полито. Йоу, здесь враги. Эй, здесь боец картеля. Покажи. У груда покрышек. Дрон в воздухе. Наблюдаю небольшую группу целей. Вижу небольшую группу целей. Есть третья цель. Этот пятый. Тут один боевик. Где ты его видишь? У цистерны с топливом. Цели уже 5. Цель 5. Уже 5 целей. Цели уже 5. Не двигайся. Чинга ла верга! Он убит. Спасибо. Мать твою! Осколочная. Шикарная тачка.
А в бардачке гондон с кровью. Сюда бы еще пару кровавых гондонов. Значит, это точно тачка Юрия и Ипполита. Да и с обычными гондонами это классная тачка для перепиха. Теперь дело за Баумана центром. Они просмотрят GPS-машины и поищут места, где могут прятаться Юрий и Полита. По нашим данным, с Юрием Ипполито связан капитан единства Фуэнтес. Допросите его и узнайте, что полезного он может сообщить. Thank you.
Это арт-база Единства. Мы ищем капитана, связного Юрия Ипполита. Цель нужна нам живой. Вас понял. Понеслась. Ясно. Ищем капитана Единства. Снайпер, на вышке. Вижу третью цель. Enemigas a la vista. ¡Fuego! ¡Fuego! Nos увидели. Дерьмо. Вижу бойца Единства. В бункере. Запускаю дрона. Вижу небольшую группу целей. Вижу еще одну цель. Наблюдаю небольшую группу целей. Вижу небольшую группу целей. Наблюдая небольшую группу целей. Вижу бойца. Он совсем один. Вижу бойца Единства. На свалке. Где же еще? Вот их генератор. Han alcanzado la última posición conocida del enemigo. Ningún contacto en el reporte. Comenzando búsqueda en la zona. Они совсем запутались.
Уничтожена. Смотрите, оружейный ящик. A todas las unidades, comiencen el ataque. Actividad enemiga detectada en nueva posición. Цель уничтожена.
этот готов. Плохи твои дела, прячься. Dentro. A todas las unidades, comiencen el ataque. Тут маршрут вертушки их снабженцев. Наверное, нетрудно захватить ее и передать повстанцам. Давай займемся. Не Эй, двигайся. Это что? Насрать! Можете убить меня, я ничего не скажу! Тебе виднее. Но в один прекрасный день эта гнусная садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если я уберу их. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Скажи, посылка готова. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хорошо. Намат, мы наконец-то вышли на Юрия Ипполита. Центр сравнил данные GPS-машины и описание от пленника. Они в охотничьем домике. Говорят, они используют его для допросов с пристрастием. Давай координаты, мы этим займемся. Прикончите их за меня. И пусть им будет очень больно. Thank you.
Вижу цель. Всего 15. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Как раз то, что нужно. Противник убит. Отлично. Зачищаем и уходим. Наша парочка возвращается в Итакуа, и нам осталось только выяснить, где их можно застукать. Единство уходит, можно действовать. Большую группу целей.
небольшую группу целей. Я знаю, что Юрий Полита пара уродов. Я знаю, что это месть за Сандовара. И все-таки сдержите себя. Месть не бывает сдержанной. И все-таки сдержите себя. Месть не бывает сдержанной. Подходим к домику. Смотреть в оба. Вперед. Следите за дверями и углами. Наверное, Сандоваль умер здесь. Боуман сказала, что он у них был жив 48 часов. О, Пончик, я не думала. До нашей встречи я была лишь половинкой себя. Размытой тени, пока не рассмотрела себя твоими глазами. Люблю тебя. Когда я ломал руки этому типу, то представлял, что он хотел коснуться тебя. Люби. Да ты у меня ревнуешь. Каждый сломанный парень. Его больше нет. Юрий, готово. Юрий и Полита уничтожены. Ты знаешь, что в кино всегда показывают, как люди не получают никакого удовлетворения от мести? Да. Так вот я просто балдею. Кроме того, мы выросли в глазах местных, когда прикончили этих голубков-садистов. Держите меня в курсе. Конец связи.